Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк, и это новости с передовой. А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что уже идет 372-й день разрушительной войны, которую Россия ведет на уничтожение украинского государства и украинского народа. И на данный момент основные наступательные силы противника сосредоточены на таких направлениях. Купянская, Лиманская, Бахмутская, Авдеевская и Шахтерская. Ну а сегодня, так сказать, юбилей. Россия за эти 372 дня войны в Украине потеряла 150 605 своих военнослужащих. Это ровно в 10 раз больше, чем СССР за 10 лет войны потерял в Афганистане. Тогда было убито 15 тысяч военнослужащих СССР. Но тем временем, пока путинские войска штурмуют кассы билетов на концерт Кобзона, ВСУ за сутки уничтожили. 2 танка, 20 бронемашин пехоты, 5 артиллерийских систем и 7 военных автомобилей. Но за последние сутки еще 750 российских военнослужащих, которые так хотели захватить и оккупировать украинскую землю, остались в ней лежать навеки. До новых встреч в следующем обзоре.